Пианист Семен Бубнов имеет опыт выступления на сцене. За его плечами не один музыкальный конкурс. Сегодня он показывал свое мастерство в родной школе на городском конкурсе детского музыкального творчества имени Трифонова. Конкуренция серьезная – 66 участников. Организатором конкурса является родная моя школа, и, конечно же, мы каждый год принимаем в этом конкурсе участие. Волнение, безусловно, присутствует, с каждым разом, наверное, его все меньше и меньше, но оно есть, конечно. В принципе, позитивное, настроен на победу. Городской конкурс имени Трифонова проводится в 22-й раз. Алексей Трифонов был одной из самых ярких фигур музыкальной сцены Самары 60-х-90-х. В этом году участие в конкурсе приняли учащиеся более десятка музыкальных школ. В первый день свое искусство демонстрировали исполнители, играющие на народных, струнных и духовых инструментах. Сегодня жюри, в которое входят преподаватели Самарского государственного социально-педагогического университета, оценивает пианистов. Задача конкурса – показать рост мастерства не только юных музыкантов, но и их педагогов. С удовольствием всегда слушаю участников и получаю удовлетворение от работы наших педагогов. Это не просто конкурс в понимании такого. Ребенок сыграл, получил грамоту, конкурс закончился. У нас истинная школа педагогического мастерства. То есть здесь бесспорно рост идет у учеников, а значит и у педагогов. Настрой хороший, чтобы победить прямо перед каждыми конкурсами. Я волнуюсь всегда. Победители городского конкурса примут участие в областном этапе. Полина Чулюкова, Петр Паламеев. События.